Давным-давно, где-то лет пять 8 лет назад, Иоанна ужалил скорпион, и он умирал. Его отнесли в больницу. Врачи сказали, собирайте его обратно. Он погиб. Пожалуйста, помогите. Человека, которого ужалил скорпион, даже если вы сразу бы принесли бы его, не факт, что мы его спасем. А у него сейчас уже много времени прошло после того, как ужалил скорпион. Минимум его ужалил ночью скорпион. А в больницу привезли только в 3 часа дня. Минимум прошло 15 часов. Яд Скорпиона уже дошел до сердца. Он умрет. Забирайте. Забирайте обратно. В больнице их прогнали. Пошли в другую больницу. Там же сказали то же самое. Они умоляли. Пожалуйста, возьмите Иоанна. Даже если он умрет, пожалуйста, помогите. Но врачи говорили поздно. Поставили капельницу. Дыхание остановилось. Врач сделал массаж сердца, и он начал дышать. Через два часа пульс начал бить. Но его состояние... Представляете, давление было 20. Температура 17 градусов. Он был практически трупом. И Наш представитель позвонил мне со слезами. Ой, пастор, пастор, Йоан умирает. Я сказал, успокойся. Расскажи, что случилось. Ой, пастор, простите, Йоан умирает. Мне сказали, что Иоанна ужалил Скорпион, и он умирает. И скорее, до Либерии нет прямых рейсов. Нужно лететь в 18 часов. Если мы пошлем врача или лекарства, за это время оно уже умрет. На тот момент в моей душе появилась мысль. Мне нужно передать Иоанну веру. Я спросил, могу ли я поговорить с Иоанном? Да, конечно. Иоан, Иоан, возьми телефон, это пастор Пак. Я начал говорить по телефону с Иоанном. Я спросил, Юан, ты слышишь меня? Да, пастор. Юан умирает, почему вы смеетесь? Я сейчас говорю о серьезных вещах. Я сказал, Юан, тебя ужалил африканский скорпион. Говорят, что ты умираешь. Но, Юан, сегодня я читал Библию. Я прочитал Исаю, 40 главу 31 стих. Знаешь, что там написано? А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Иоанн. Все из 66 книг Библии – это Слово Бога. И наш Бог никогда не обманывает. Вчера тебя ужалил скорпион. И яд уже дошел до сердца. И сердце один раз остановилось. Ты умираешь. Говорят, тебе осталось максимум два часа. Но, Иоанн, знаешь, что нам говорит Библия? Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Иоанн, послушай, Бог никогда не обманывает. Если ты хочешь умереть, ты можешь умереть. Но если ты будешь надеяться на Господа, Он обещает, что даст тебе новую силу, Он обновит твою силу. Да, Йоанн, ты не смог победить Диад Скорпиона, ты умираешь. Чтобы победить Диад, тебе нужна новая сила. Бог же никогда не обманывает. Если ты будешь надеяться на Господа, Бог даст тебе новую силу. Знаешь тогда, что с тобой будет? Ты сможешь победить яд Скорпиона. Я в своем сердце поверил в это слово. Поэтому мог говорить об этом. Смотрите, чтобы сесть лекарство, надо проглотить лекарство. А чтобы поверить в слово, не надо ничего глотать. Надо просто поверить, говорить, а, вот как. Иоанн, Бог не обманывает. Все 66 книг Библии — это слово Бога. Если ты поверишь, Бог по своему обещанию — даст тебе новую силу. Тогда ты сможешь победить Дяд Скорпиона. Ты сможешь выжить. Юан, ты должен верить в это слово. Это ясное слово Бога. Юан подумал, что он умирает. Он из-за этого очень сильно страдал. Иоанн, он упал без сознания, когда шел в бурную. Друзья подбежали к нему. Извините, он опрошился. Сердце остановилось. И представитель наш так бил по сердцу, чтобы Иоанн не потерял сознание. Он бил по сердцу он чуть ли не перестал дышать. Отвезли в больницу. Во второй больнице сердце остановилось. Так сильно давило в сердце, что на тот момент Иоанн подумал, лучше бы мне умереть. Но потом он подумал, вообще сам Иоанн, когда из Америки сдался, вылетал в Африку. Отец проводил его в аэропорту и сказал, хорошие поездки тебе. И он крепко обнял Юана и сказал, хорошие поездки. Он вспомнил об этом. Перед смертью. Как мне хочется снова оказаться в объятиях отца? Конечно, это невозможно. Ведь отец в Далласе. Однако Бог был рядом с Юаном за что я был благодарен. Наш Бог, даже если вы не приходите в церковь, вы сможете встретиться с Ним. В церкви вы должны слушать Слово Бога. Вы должны изучать Библию. Вы должны выражать благодарное сердце к Богу. Поэтому мы проводим собрание. Вот для чего мы приходим в церковь. Даже если вы находитесь вне молитвенного дома, даже в лесу. Извините, пожалуйста. Даже в буддийском монастыре. Если вы верите в Бога, Бог будет действовать в вашем сердце. Когда Слово входит в наше сердце и укрепляется. Я хотел, чтобы Йоанн в своем сердце поверил в Слово. Поэтому я говорил по телефону с Йоанном. Тебя ужалил африканский скорпион. Ты умираешь. Но послушай, Иоанн меня. Бог ни в коем случае не обманывает. Что говорит нам Библия? Я обнаружил удивительность слова. Исайя 40, глава 31 стих. Я сегодня утром читал Библию. Слово говорит нам, что если будем надеяться на Господа. Он обновит нашу силу. Не надо ничего делать. Нужно поверить в Бога. Уповай на Бога. Смотри на Бога. Тогда Бог даст тебе новую силу. И ты сможешь победить дядь Скорпиона. Большинство людей не верят в слово «как я». Своими знаниями они их просто предпочитают идти за своим. Но Библия говорит, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Если мы надеемся на Господа, но если Он не даст нам новую силу, получается, Бог обманщик. Но поскольку наш Бог не обманщик, если мы надеемся на Господа, Бог обновит нашу силу. Я был уверен в этом. Я проповедник. Почему я проповедую? чтобы Слово Господа Бога могло жить в ваших сердцах и действовать. Многие проповеди сегодня, они хотят, чтобы мы действовали, делали доброе, не воровали, любили ближних своих. Не мы должны это делать. Иисус должен сделать. Сегодня свидетельствовала сестра и говорила об этом. В истории о добром самарянине она считала, что она есть добрый самарянин. Смешно. Мы сами умираем, как мы можем кому-то помочь. Разве нет? Как мы можем помочь? Добрый самарянин в Библии символизирует Иисуса. А мы те, которые попались в разбойника. Мы те, которых спасают. Другой должен спасти нас. Если вы сами не получили спасение и говорите, помогайте другим. Быть такого не может. Но большинство церквей сегодня учат именно так. Они говорят, нужно стараться, нужно исполнять закон, нужно любить, нужно пожертвовать и так далее, и так далее. И все люди сосредоточили свое внимание на это. Но Библия говорит по-другому. Не я должен что-то делать, а Иисус должен действовать. Ефесяна 2 главе 8 стихе написано. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и не от вас Божий дар». А 9 стих – говорит, не отдел. Повторите, пожалуйста. Не отдел. Совершенно верно, не отдел. Наши дела не имеют никакого смысла. Но сегодня многие церкви учат, говоря, что мы должны делать то, что должен был сделать Иисус. Если я могу, зачем мне верить в Иисуса? Из-за того, что я не могу. Поэтому Иисус вместо меня сделал. Вот что мы должны верить. Люди ходят десятки лет в церковь. Но сегодня многие люди находятся перед смертью. Они отдавали свое время, они старались для церкви, участвовали на собраниях, исполняли закон. Однако в душе нет веры в Бога. Они говорят, но я же столько доброго сделал, разве я не попаду в рай? Однажды я был в Африке. Есть человек, который 14 лет сидел в неволе из-за того, что верил в Бога. Извините, это не Африка, это Юго-Восточная Азия. Я ошибся. Так вот, что он говорит? Я могу пойти в рай. Я спросил, а как? Он говорит, я во имя Иисуса Христа сидел в тюрьме 14 лет. Я сказал, пастор, в Библии написано не отдел. То, что вы сидели в 14 лет в тюрьме, это дела. Тогда он начал злиться. Он говорит, вы когда-нибудь были в тюрьме? Я сказал, я много раз был. Раз в неделю я посещал тюрьму. На протяжении 10 лет. Я воспитывал заключенных. Но я не сидел никогда в тюрьме. Он говорит, пастор, вы думаете, только я страдал в тюрьме? Мои дети, моя жена стали нищими. Моя супруга, она ела кожуру фруктов, которые находила на улице. Она страдала. Я же так страдал. Неужели я не попаду в Царство Небесное? Я сказал, вы сделали великое дело. Однако Библия говорит, что делами невозможно. Делами нельзя. Сегодня многие церкви учат наоборот духовную жизнь. О, этот пресвитер такой духовный! У этого дьяка настолько веры! Ой, от него исходит истина. Все говорят о делах. Но о кресте Иисуса слово говорит не о дел. Когда Иоанна ужалил скорпион, и он умирал, что он доброго может сделать? Он разве может пожертвовать? Он ничего не может. Библия говорит нам, Не отдел. Библия говорит, не отдел. Сегодня многие церкви говорят, что мы должны делать добрые дела. Но дела без веры не имеют никакого значения. Этот пастор сказал мне, пастор, пак вы когда-нибудь сидели в тюрьме? Не только я, вся семья страдала. Но неужели я не смогу попасть в Царство Небесное? Я сказал, я говорю по Библии. Библии же написано «не отдел. Он начал злиться и ушел. Мне было жалко его. Говорят, его очень многие уважают в той стране. Но я говорю им о Библии. Сидеть в тюрьме – это дела. Вера и дела отличаются. Даже имея веру, можно не иметь дел. И можно делать без веры. Они отличаются. Чему мы должны научиться через Библию? Лазарь умер. Иисус пришел, чтобы спасти мертвого Лазаря. Он сказал, это болезнь них смерти. Он пришел, чтобы спасти Лазаря. Когда Иисус пришел в Ифанию, у Лазаря было две младших сестер. Их звали Марфа и Мария. Старшая сестра Марфа, она была немножко эмоциональной. А Мария, младшая сестра, она была немножко спокойной. Обе услышали, что пришел Иисус. Мария же не пошла. Ей было так обидно. Когда мы сказали, что наш брат заболел, надо было сразу прийти, тогда он бы не умер. Почему же он пришел только когда наш брат умер? Уже четыре дня прошло, как он умер. Мария была очень обидна. Ведь Иисус любил нас. Но когда мы сказали, что наш брат умирает, почему он не пришел сразу? Марии еще было обидно, что Иисус пришел поздно. Марфа была немножко рациональной. Ей было обидно. Но она пошла и встретила Иисуса у входа в город. Иисус встретился с Марфой. Что сказала Марфа? «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Иисус, почему ты не пришел, когда наш брат был еще жив? Почему пришел, когда он умер? Почему Иисус пришел, когда Лазар умер? Чтобы оживить его. Однако Марфа, она не верила в то, что Иисус может воскресить мертвого Лазаря. Она верила только, что Иисус может исцелить болезнь. Поэтому ей было обидно. Надо было раньше прийти. До того, как он умер. Надо было прийти исцелить. А сейчас он умер. Она не верила, что Иисус может воскресить мертвого Лазаря. Иисус сказал. Твой брат будет жить но она не могла поверить. Говорит, уже прошло четыре дня, как он умер. Уже смердит. И Марфа, терпя, говорит, да, воскреснет в последний день, день воскресения. Иисус говорит, сейчас будет жить. А Марфа говорит, да, в последний день, то есть спустя тысячи лет. Иисус сказал, Я есть им воскресенье и жизнь, верующий в меня, есть не умрет, а живет. А всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли всему? Она говорит: Да, верю. Может, ей стало неловко, поэтому она пошла и позвала Марию. Мария пришла. И сказала Иисусу. Если бы ты был бы здесь, не умер бы брат мой. Мария и Марфа думали, что поскольку Иисус любил их, он придет и исцелит брата. Но они намекают, почему бы Иисус пришел, когда брат умер? Им было обидно. Проблема в том, когда мы читаем Слово Иисуса в Библии, есть вещи, которые мы думаем, да, такое может быть. А есть вещи, в которых мы думаем, а это разве возможно? Пятью хлебами накормил пять тысяч человек. Во многих теологиях сегодня, когда учат студентов, когда они учат Слово Иисуса. Они говорят только научно возможно, а то, что невозможно поверить, они не говорят. Они, например, трактуют Слово. То, что Иисус накормил пятью хлебами пять тысяч человек — Поскольку логически это невозможно представить, они хотят как-то дополнить, чтобы это стало возможным. И они говорят, когда Иисус накормил пятью хлебами пять тысяч человек, у всех людей была еда с собой. Они спрятали. А когда Иисус молился, все достали еду. Так Он накормил пять тысяч человек. То, во что можно поверить, они верят, а то, что трудно поверить, они не верят. Один мой знакомый человек, он учился в теологии в США, но в конце концов он не смог закончить. Почему, вы спросите, потому что с ним не согласились, что Иисус родился от Девы Марии. То есть он сказал, что Иисус родился от Девы Марии, за это ему не дали научную степень. Современная теология говорит только о тех вещах, в которых можно поверить. Но зачем верить тогда в такого Иисуса? Это неправильно. Наш Иисус ⁇ это Бог. Я верю в такого Бога. И много раз видел, как такой живой Бог действует в моей жизни. Иисус — это Бог. Почему это Он не сможет воскресить мертвого Лазаря? Кроме Иисуса, на том месте находился также и Мария, и Марфа. Были ученики Иисуса, были иудеи. А также был Иисус. Но только один Иисус верил, что Лазарь будет жить. Для того, чтобы Иисус мог действовать, Неважно, кто сегодня слушает это слово. Может, кто-то из вас воровал? Может, кто-то прелюбодействовал? Может, кто-то был мошенником? Неважно, какой грех вы совершили. Если вы будете верить, что Иисус очистил ваш грех, когда вы поверили, что «А, мои грехи уже омыты», верою вы стали чистыми. Неважно, какой грех вы совершили, хотя нам невозможно, но верую в Иисуса. Иисус хотел воскресить мертвого Лазаря. Для этого что он должен был сделать? Нужно было, чтобы сердце Марии было едино с Иисусом. Тогда Иисус может действовать у Марии. И у Марфы должно быть сердце, как сердце Иисуса. Тогда Иисус может действовать у Марфы. Ваше сердце должно быть единым с сердцем Иисуса. Тогда Иисус может действовать в вас. Когда Он исцеляет болезнь. Иисус хочет исцелить болезнь. Вера в том, что А, Иисус исцелит меня. Когда у нас есть такая вера, ваше сердце и сердце Бога становятся единым. И тогда Он действует в вас. Иисус пришел, чтобы исцелить Тазаря. Прежде чем воскресить Лазаря, тот Лазарь, который умер в сердце Марии. Лазарь, который умер в сердце Марфы, вот кого он хотел сначала исцелить. Тогда Лазарь, который в гробе, сам выйдет. Лазарь умер. Но в глазах Иисуса он был живым. Однако в глазах Марфа и Мария он был мертвым. Марфа и Мария будут верить своим мыслям или же будут верить Слову Иисуса. Вот что важно. Для того, чтобы Марфа и Мария верили в Слово Иисуса, их суждение, которое говорит, что Лазарь умер, нужно выбросить, нужно оставить. Если у вас произойдет это, когда и вы увидите, как оживает. Поэтому мы не верим, что Иисус человек. Мы верим, что Он Бог. Мы верим Его как Бога. Иисус может исцелить мертвого Лазаря. Иисус не старается сейчас воскресить Лазаря. Он хочет оживить сердца Марфы и Марии, в котором умер Лазарь. Он говорит, будет брать жить. Это к славе Божьей. Вот что говорит Иисус. Прошлый раз на праздниках Чусок мы очень близко общаемся с послом из Фиджи. Конечно, не в каждую субботу, но иногда я посещаю резиденцию посла Фиджи, и мы изучаем Библию. И он сказал, поскольку я плохо знаю Корею, можно я с вами буду путешествовать по Корее? И однажды мы ходили вместе с ним на поле дыни. Ему так понравилось. И в этот раз тоже он хотел поехать с нами, и я думал, куда же поехать? И потом мы решили пойти в сад Яблонь. И в деревне Андо мы в прошлом году были и собирали яблоко. Поскольку у меня мало времени. Но меня приглашали туда. Поэтому с некоторыми братьями мы пошли и собирали яблоко. Знаете, я очень люблю яблоко. И поэтому в доме моего сына, который живет в Америке, мы посадили яблоню. А также в Спрингфилде, на территории университета нашего, мы посеяли яблоко. И на горе Тедог мы посеяли яблоко. И там сейчас очень много яблок. Вы не видели, да? А в этом году, это первый год, поэтому мы собрали все урожай. И очень хорошо все выросло. В следующем году мы хотим посеять 500 яблонь на Горитый Дог. И когда мы собираем яблоко, мы хотим провести фестиваль. Хотим собрать братьев и сестер вместе. Будем собрать яблоко. Будем делиться словом. Я думаю, будет очень весело. В Спрингфилде, в нашем университете, есть у дороги земля. Я представил, вот осенью, когда листья деревьев начинают меняться, если яблоня будет украшать дорогу, люди будут помнить, говорят, а там же ведь яблоко. Я хотел сказать, чтобы яблоко не собирали до зимы. В общем, мы хотели пойти и собрать яблоко. Но в тот день мы не смогли поехать. Потом мы позвонили туда. Нам сказали, что летние яблоки уже все собраны, а осенние яблоки можно собрать только через 20 дней. И поэтому у нас не получилось. Но рядом тоже есть сад яблок. Сказали, пастор, приезжайте. У нас есть одно яблоко, в котором мы не собирали яблоко. Вы сможете собрать. И мы поехали туда. И это место находилось между Андолом и в глубоко в горах. И это лет восемь назад было. Мы в Чонсон купили молитвенный дом для того, чтобы провести церемонию открытия церкви. Я поехал туда. И с братьями медицинской школы мы поехали на автобусе туда. Когда мы приехали в Чонсон, мы пообедали и провели собрание. Потом поехали в Андон, поужинали, Вечером провели собрание. И изначально мы планировали после собрания поехать в Сеул. Я поехал не на своей машине, а на автобусе с братьями. И после того, как мы провели собрание в Чонсо, знаете, там же в Корее раздают лисовые пироги. И где-то пообщались за 4 часов. И мы собрались поехать в Анду. И я начал идти к автобусу. Но пастор Ким Ньонгук подошел ко мне и говорит, пастор, конечно, если ехать по автобану, будет быстрее. Но одна сестра наша живет в горах. Она живет с мужем. Можете ли посетить ее со мною? В такие места нужно обязательно ехать. Поэтому я сказал, хорошо. У меня не было своей машины. Поэтому сестра поехала на своей машине. А я с пастором Гим поехал на другой машине за нею. Мы ехали на очень узкой дороге, где может проехать только одна машина. Но, слава Богу, никто нам не ехал навстречу. Дорога была очень, знаете, опасной. Где-то полчаса мы ехали, мы доехали до горы. Я послушал эту сестру. Говорят, эта сестра так любила горы. Я тоже люблю горы. Ей так нравились горы, и однажды на горе она встретилась с будущим мужем. Они оба любили горы, поэтому они женились. И начали заниматься выращиванием яблок. Однажды она жила в горах, потом приехала в город и получила спасение, встретив нашу церковь. Было бы хорошо, если бы ее муж согласился и пошел бы в церковь вместе с женой, но он не хотел идти в церковь. Поэтому только супруга шла в церковь. Муж начал злиться. Он запрещал ей ходить в церковь. Из-за этого появились ссоры. Однажды в их доме проводили ячейку. Муж разгневался, и он скипятил воду и, говорит, начал поливать людей. Все благополучно ушли оттуда. Были очень сильные гонения со стороны мужа. Прошло немного времени. Муж ехал на тракторе, и вдруг трактор, он скатился с дороги. И муж стал человеком овощью. Он совсем не мог двигаться. Знаете, она стала богатырем. Она, хотя женщина, она работает там. Утром в тот день она услышала, что пастор Уксупак посетит, чтобы провести церемонию открытия церкви. Когда она услышала об этом, она встала рано утром. Она помыла мужа, переодела его и положила в постели. И сказала ему, «Дорогой, сегодня пастор Уксупак посещает Андонг. Поскольку наш дом находится посреди Чонсон и Андонг, если возможно, я приглашу пастору Супак, чтобы он помолился за тебя. Итак, она вышла из дома, пришла в церковь города Анду и участвовала на собрании, потом поехала в Чонсон, пообедала, Провели церемонию открытия церкви. И в 5 часов вечера мы приехали к ним домой. Ее муж очень радостно меня встретил. В тот день ради него я передавал Евангелие. Я рассказал, как Иисус Христос очистил наш грех. Ее муж так радовался, получив спасение. Потом я возложил руки на голову Ее мужа чтобы Бог дал здоровье ему. Из-за того, что муж целыми днями лежал, у него появились болезни, он очень сильно мучился. Но потом, когда ее муж получил спасение, интересно, он начал меняться. Однажды он даже приехал в Тегу, когда у нас был семинар. Я был рад его видеть. А в этом году, вот Туда меня пригласили снова. Я не знал, но когда я пришел, оказывается, это сад этого брата. Но что удивительно, когда он получил прощение грехов, он стал очень здоровым. Сейчас он пока еще не может ходить. Но на инвалидной коляске он передвигается. Покажите, есть фотографии? Вот это пули этого брата. Вот вы видите, да, мы собрали яблоко, они сейчас лежат на земле. И там очень резкий спуск. На фотографии не так хорошо видно. Мы поднимаемся вот на гору. Я тоже попытаюсь объяснить, какая там ситуация. Мы многие пошли туда. Брат нас ждал. Этот брат, он стал совсем другим. Да, пока он еще не ходит. Он не может свободно двигать рукой, но он полностью изменился я был благодарен перед Богом. Мы днем собирали яблоко, потом пообедали и проводили собрание в доме этого брата. После собрания Мы общались с этим братом, потом я хотел помолиться над ним, но в этот момент мне позвонила дочь из Америки. И мы начали беседовать с нею. Вдруг брат увидел ее и говорит, «О, директор хора! Приезжайте к нам в Андонг вместе с хором в наш сад!» И весь хор так обрадовался. И они исполнили два произведения. И брат тоже так радовался полностью поменялось в этом брате. Его сад изменился, сердце изменилось, и тело начало поправляться. Раньше просто была дорога, а сейчас сделали лестницу, чтобы легче было перемещаться по саду. И сейчас они ездят на маленьком кране и все делают. Рядом нет никакого подобного осада, но у них растет большое хорошее яблоко. И весь дом изменился. Когда Иисус вошел в их дом, Иисус поменял его жизнь. Как за это мы можем благодарить? Я был так сильно впечатлен. И телевидение Хеджи Бразио сказали, давайте мы пойдем и туда снимать фильм. И режиссер, который был вместе с нами, он говорит, здесь такой хороший яблоко, и купил яблоко. И сказал, можете отправить в силу? И они сказали, хорошо, мы отправим. Я за все мог только благодарить. Когда Иисус Христос вошел в его сердце, когда он получил прощение грехов, есть процесс, как вера в Иисуса входит в наше сердце. Одна стена препятствует нашей душе. Эта стена называется мысли. Когда мы оставим мысли, у нас будет одно сердце с Иисусом. Давайте мы посмотрим слово. Евангелие от Матфея. 9 глава, 5 стих Давайте прочитаем с первого стиха Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус в веру их, сказал расслабленно: «Дерзай, чадо, прощается тебе грехи твои» При всем некоторые из книжников сказали себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления, их сказал, для чего вы помышляете худой в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаться тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Иисус сказал, «Что легче, сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань и ходи»?» Для того, чтобы Иисус сказал «прощаются тебе грехи твои», Иисус это может сказать после того, как он умрет на крысе и прольет кровь. А сказать встань, не ходи, можно даже не умирая на кресте. Что легче сказать прощать за тебе грехи или сказать встань, не ходи? Для Иисуса исцелить нас проще, чем умереть за наш грех. Но поскольку Он Иисус, Иисус говорит не только «встань и ходи», но Он говорит, что «я могу сказать, прощают тебе грехи». Аминь. Если мы будем верить в это слово, то произойдет удивительное деяние. У этого брата в доме все изменилось. А от пролишня у него болела спина и таз. Но Господь исцелил его полностью. Дал новую силу. И он стал совсем здоровым. Его сердце переполнено радостью, благодарностью. И сегодня утром я ел собранное в том саду яблоко. Мне нравятся яблоки. Я так был рад. Дорогие слушатели, когда мы смотрим, мы думаем, как можно очистить такой грех? Да, наши мысли говорят об этом. Но Иисус — это Бог, а не человек. Прощаются тебе грехи. Если Иисус говорит эти слова, значит, Он получил прощение грехов. Мы же просто веруем. Аминь. Аминь. Когда мы смотрим через наши мысли, я же обманываю, я же воровал, я же ненавидел, я же ругался с супругой. Мне кажется, что у меня есть грех. Однако, Иисус говорит, прощается тебе грехи. Если об этом сказал Иисус, значит грехи прощены. Но если же мы не верим, остаемся грешниками. Знаете, кто сегодня не верит в Иисуса? Те, которые находятся в церкви. Они приходят в церковь и говорят, «Бог, прости мои грехи, прости меня». Говорят ерунду. Если Иисус очистил наш грех, значит, мы получили прощение грехов. Во многих местах Писания Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, я искупил тебя. И грехов их, и беззакония их не воспомину более. Где прощение, там не нужно приношение за них. Не только эти места. Во многих местах написано, что наши грехи омыты. Нужно оставить мысли человека и войти в мысли Иисуса. Но мы же продолжаем находиться в своих мыслях. Дорогие слушатели, сегодня, готовясь к слову, я размышлял. Теперь наши братья и сестры должны говорить не только о том, что получили прощение грехов, но я желаю, чтобы вы говорили, как Бог действовал в вашей жизни – Вы просто поверили, что Бог очистил ваши грехи. Тогда мы получили прощение грехов. Если вы поверите, что Бог будет действовать в вас, Иисус сказал, что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Что легче сказать? Как вы думаете? Иисусу сказать встань и ходи проще. Почему? Потому что, чтобы сказать прощайся тебе грехи, Иисус должен был умереть на кресте. А если Он говорит просто встань и ходи, это значит, что сила Иисуса начнет действовать. Там тогда не нужно умирать. Но Иисус очистил наш грех и сказал прощаются тебе грехи. Если Иисус сказал прощаться, значит они прощены. Если Он говорит, что прощаются мои грехи, значит они прощены. Иисус и мне говорит, что прощаются мои грехи. Вот так мы должны веровать. Если вы будете так верить, в вашей жизни могут быть разные проблемы и ситуации трудные. У кого-то может быть онкология, у одной сестры была онкология груди. Взял я операцию. Но снова появились клетки рака. Да, подобное бывает. Но, что сказал Иисус? Прощаются тебе грехи. Мои грехи ведь прощены? Так ведь? Вот во что мы должны верить. Я прав? Я прав? Потом написано, встань, возьми постель и ходи. Иисусу сказать «встать» просто, потому что Ему не надо за это умирать на кресте. Но люди не поверили в Иисуса. Мария Марфа не поверили в Иисуса. Иисус сказал, «Отнимите камень». «Ой, Господи, уже смердит, потому что лежит четыре дня». Иисус сказал ей, Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Они поверили в Иисуса. Отняли камень, и Лазарь вышел. Дорогие слушатели, не нужно нашим калькуляторам оценивать Иисуса. Веруйте, что Он Бог. Веруйте, что это всемогущий Бог не только очистил наш грех. Веруйте в Бога, который решает все мои жизненные проблемы. Че Юан, он всего лишь поверил в Слово. Он должен был погибнуть. Но на следующий день он стал. Стал здоровым. Он женился. Сейчас он стал отцом трех детей. И вот здесь все такие красивые. Это удивительно. Дорогие слушатели, наш Бог, наш Иисус и в Каннамской церкви, у каждого из вас хочет действовать. Он очистил не только наш грех, но Он хочет действовать в нас. И Он хочет вместе с нас трудиться и дать свою благодать. Не нужно верить нашим пониманиям, хотя нам кажется невозможным но Господь является Богом. Иисус может. Он может исцелить и меня. Порой могут быть у вас разные болезни. Понимаете ли это? Когда у меня была проблема с желудком, по слову я исцелился. Когда у меня были проблемы с сердцем, я чуть не не умер. Но Бог исцелил меня. Есть многое, что кажется невозможным. Но Иисус, он ничего сложного нам не дает. У него есть сила, которая побеждает все. Когда мы принимаем слово наше сердце и веруем, тогда все решится. Но из-за того, что нам кажется, что не получится, мы переживаем. Мы беспокоимся, не можем спать, не можем питаться. Еле-еле стоим на ногах. Таких людей очень много. Теперь, дорогие слушатели. Давайте мы оставим наши мысли и поверим в Слово Иисуса. Тогда все ваши проблемы будут решаться через Иисуса. Аминь. Иисус своей силой будет действовать. Аминь. Тогда. вы станете маленькими Иисусами в вашей семье, на работе, среди соседей. Вы будете маленькими Иисусами. И через вас то деяние, которое проявлялось через Иисуса, вы увидите, как оно будет проявляться через вас. Я видел, как многие люди умирают, но я им передавал веру. И тогда они менялись и оживали. Это касается Чесньон и Пастор Ли. И пастор Ким Чуан, и многие другие изменились. Давайте оставим наши мысли и будем веровать в Иисуса. Вы тогда будете Иисусом нашего времени. Через вас будет действовать Иисус. Не думайте, что невозможно. Иисус вас. Веруйте в Слово. И перед Богом. Если мы будем жить верою, тогда мы станем совсем иными людьми. Верите ли вы в это? Я желаю, чтобы наша церковь изменилась. Во всем, чтобы у нас была вера в Господа. И пускай Иисус проявит свою силу через вас. И перед любой проблемой всем лучше Иисус будет действовать. И вы будете истинными детьми Божьими, через которых будет проявляться Иисус, через которых люди будут славить Бога. Вы будете жить Иисусом. Я желаю, чтобы вы стали драгоценными людьми, через которых проявляется Иисус. Давайте скажем «Аминь». Верите ли вы в это? Давайте оставим в сторону нашей теории. Будем изучать подробно Слово и будем верить, чтобы у нас было одно сердце с Иисусом. Я желаю, чтобы вы получали благословение. Я представляю себе это, как наш брат или сестра через духа Иисуса будут жить ради Евангелия. И они будут проявлять силу Иисуса. Вы являетесь маленькими Иисусами нашего времени. Все вы едины с Иисусом. Просто нужно поверить. Тогда Бог будет действовать. Аминь.